Друзья, добро пожаловать на GameStudy. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Ну а перед началом я вас хотел попросить поставить лайк этому ролику, если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Ну что, давайте двигаться дальше. Подожди, а где у меня меч? А, вот он. Тут у нас, оказывается, есть босс. Вот, но мы к нему сейчас прямо не побежим, потому что надо бы здесь все досконально доизучить. Первым делом мы сейчас пойдем разберемся вот с теми рыцарями, и я еще схожу направо внизу, там я не был. Там возможность какой-нибудь проход куда-нибудь, какому-нибудь классному ништяку. Так, сначала гасим вот этого парня. Ах ты ж, твою мать! Твою мать! Ох ты ж, твою мать! 201 тысяча душ. Надо сейчас хватать души и убегать отсюда, потому что, блин, это просто какая-то мясорубка получается. Конечно, можно выманить сначала красноглазого рыцаря, чтобы ему маг не помогал. Но я хотел сделать все по-быстрому. Не получилось, не получилось. Ну ничего страшного, получится. Сейчас главное успеть взять души. Так, вынос. А, так смотри, души очень рядом даже. Все. Вот тварюга. Смотри, сразу бежит этот красноглазик. Отбегаем, отбегаем. Лишь бы тот маг не прицепился. Блин, смотри, он отходит, он не хочет туда идти. Очкует. А что ты очкуешь-то? Нет! Твою мать. Ладно, и так разберемся. Да, черт, у него слишком длинный меч, не отскочишь, и еще мощно бьет. Да ё-моё. Вот, отлично. Уворот. Ну его нафиг. Да блин, этот урод пришел, сейчас он ему в жизни восстановит. Ну вот, восстановил. Сволочь. А там кто ползает? Еще один маг, что ли? Охренеть. Сложненько будет. Хо-хо-хо-хо-хо. Ты главное уходи, уходи. Сейчас я этих магов прикончу. Потом я тебя уничтожу, тварь. Все, он по-быстрому уходит. Эти все еще стоят. Молодцы, что стоят. Просто молодцы. Молодцы. А что, он кого бьет-то? Он что, пытался мага, что ли, прикончить? Так, ты главный рыцарь, уходи, а маг пусть остается. Смотри, что он делает? Он дурак, что ли, совсем? Блин, я застрял, короче, здесь. Может, у мага есть манна, и он не бесконечно будет лечить этого рыцаря? Ах ты ж, тварь, а! Обменялись ударами. Во-во-во-во, сюда. Молодец. На-ка. Возможно, маг его здесь не будет стать, не станет лечить. Вот и все. Все, чувак, тебе некому помогать. И тебе некому помочь. Так, у нас там еще один рыцарь, но он, по-моему, обычный. Обычный, с копьем и... ну, с пикой. В общем, он не красноглазый, у него нет помощников. Ах ты ж, твою мать. На-ка. Вот и все. Легко и просто. И что ты тут охранял? Прикинь, ничего. Тут вообще ничего нет. Блин. Зря были все эти потуги. Может быть, вот эта фантомная стена? Нет. Хорошо.
Там я все было посмотрел. В прошлой серии еще. Тут нам делать нечего. Сейчас здесь все посмотрим. Тут у нас сразу и босс. Здесь вроде никого нет. Там я все посмотрел. Вот здесь я еще не все смотрел. Ну-ка, погоди, а вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Ничего. Просто место. Здесь же я не был, да? Ой, там... Что такое? А, как это не был? Здесь, наверное, лифт. Лифт, который ведет в замок Лотрика. Да? Нет? Устройство не поддается. Да твою мать. Может, рычаг надо какой-нибудь дернуть? Около лифта должен быть рычаг. Вот он. Устройство не поддается. Значит... А, лифт, скорее всего, наверх едет. В общем, нам надо как-то попасть наверх и оттуда активировать этот лифт. Ясно. Сюда мы ходили. Здесь мы спрыгивали вниз. Да, тут мы все смотрели. Окей, значит, мы идем сейчас к боссу. У нас другого пути нет. Какие-то непонятные лаги, я не знаю зачем. Возможно, так подгружаются здесь опять локации тупо. Ну чё, босяра? Давай взглянем на тебя. Что ты из себя представляешь? Тут два босса. Летающий и какой-то... И какой-то чувак. Ой ты, твою мать! Сейчас еще летающий подключится по-любому. Пока он не подключается, но... Слушай, он нормально гасится, кстати. Тихо. Пьем. Блин, ему же бэкстеп нельзя сделать, он же босс. Ах ты ж! Какой он быстрый для своего размера, блин. Вроде такой тяж, а двигается. Хорошо. Все, вторая форма пошла. Вторая форма, это он типа в две руки взял оружие и сразу убил. Вот тваря. Доспехи драконоборта. А, так это живые доспехи просто. Ну, раз называется доспехи драконоборца, это значит просто доспехи. Ладно, у нас там 200 тысяч душ, если что. И их ни в коем случае нельзя просрать, потому что это в любом случае... Ну, 4 пункта мы точно поднимем себе на эти души. Нет, 4 нет. 4 нет, но 3 точно. Красноглазик наверху ведь, да? Да, надо его как-то аккуратно пробежать. Вот тварь, смотри-ка. А ведь может спокойно и достать. Вот здесь вот лаги почему-то происходят. Скорее всего из-за того, что локация подгружается. Мои души, мои родимые души, я иду к вам. Не, ну вот эта хрень по-любому подключится. Не просто так же эта тварь там летает, правильно? Она по-любому будет помогать еще. Ах ты ж! Ах ты ж! Блин, нельзя блокировать его удары, потому что у него бьет магией. Громом или чем там. Молнией. Короче, твою мать! Ну, вообще-то, нормально. У меня щит нормально блокирует. А, ты твою мать, он же два удара делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, неужели этот босс сложный, а? Так, валить надо, валить! Успел. Все, две руки взял. Ух ты, ни хрена себе! Так, а вот это он зачем сломал? Это же не просто так, да? Это по-любому можно свалить куда-то. Никуда нельзя это свалить. Это можно упасть на смерть. Так, все, подключился этот. Ё-моё, после каждого удара надо... О, все, вот, дракон подключился.
Дракон или что там летает, я не знаю, птица какая-то. Феникс ли? Он очень далеко бьет. Скорее всего, мне и птичку придется еще убить. Нет, мы обменялись ударами. Мне надо валить, валить надо, твою мать. Набираем, 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 набираем. Давай, вот так вот. Твою мать, ему оставалось-то всего лишь совсем чуть-чуть, твою мать. Я его убил? Я его убил, я успел его убить. А как? У него жизни были. У него же были жизни, как, почему? У него же там вообще была капелюшечка. Я не успел его ударить, но он подох. Неужели его дракон прикончил? Уголь восстановлен. Это, конечно, хорошо. Ну, согласитесь, было прикольно, да? Он умер, я умер, то есть мы друг другу смертельный удар нанесли. Хотя я ему последний удар не успел нанести. Скорее всего, может быть, тот дракон дамажит нас обоих? А чего он умер-то? От перевозбуждения, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас, главное не сдохнуть, у меня там души. Я же там у босса души оставил. Блин. А я уж так сильно расстроился, думал, ё-моё, ему остался последний удар, а он взял, короче, и прикончил меня. А дракоши-то, кстати, нет. Смотри. Ну, в принципе, босс был легкий. Он ничего мне не оставил тут, никаких ништяков. Кстати, смотри, перила восстановились. Костерчик. Фу, надо отдохнуть, по-любому надо отдохнуть. Не знаю зачем, я вроде жизни-то не тратил. Че мы, прощаемся с замком Лотрика, что ли? Так. Тут ничего. Тут тоже ничего. Вот, ну-ка. Опа, опа, опа. Подожди, интересно. Сейчас, подожди, посмотрим. Так, ну-ка. Нет. Ну-ка, нет. Блин. Хоть бы блестяшку сюда какую-нибудь поставили, а то зря столько шел. Хотя бы душу какую-нибудь там, не знаю, путника. Какая-то растительность, какие-то корни. Обломок титанита, отлично. Надо бы, конечно, по-хорошему отправиться в храм огня и прокачаться немножечко. Опять костер. Да что это такое? Через каждую пару шагов в костре, это что за фигня вообще? Так, я тут ничего не забыл, все посмотрел, да? Да вроде все. Ну-ка, подожди. Да, ну давай еще вот так вот проверим. На всякий случай. Нет. Все, теперь идем обратно. Блястяшка. Возможно, это какая-то замануха. Там у нас закрытые врата. Скорее всего, их не открыть. Ладно. Ключ от великого архива. Меч Готарда. Ключ отсюда, что ли? Да. Зачем сюда нужно было класть ключ, вообще не понимаю. А может быть у кого... Это тут типа какой-то Готард, он умер, вот же он, типа Готард. У него был ключ, но он умер, что-то его убило. Подожди, подожди, вот тут тоже есть какой-то проход, давай посмотрим, что это за проход. Куда он ведет? Это лифт, и лифта здесь нет. Скорее всего, тот самый лифт, который не поддавался, да? Устройство не поддается. Да что ты будешь делать, ё-моё? Да, это тот самый лифт. Мы так получим какой-то срез, но... Я не знаю, если есть костры, зачем нам такие срезы вообще? Как-то нелогично это все выглядит.
Это у нас какой-то великий Готтард. Похоже, это какая-то библиотека. Ох, ты ж серьезно? Сразу босс? Это же босс! Ну-ка, прекращай. А, это какой босс? Херня какая-то. Просто шинкуем и все. Так, и где ты появишься теперь? Где он? Куда он телепортнулся-то? Лишь бы он себе жизнь не восстановил. Нифига у него, смотри, накаленный топор. Тихо. Где босс? Который не босс. Ну это уже даже сейчас не босс, это ми... Стой. Черепашка. Да блин. Мерцающий. О. Кристаллический самоцвет и мерцающий титанит. Прям щедрая черепашка. Молодец. Спасибо, черепашка. Где этот мини-босс гребаный? Куда он телепортнулся, твою мать? Обломок титанита. Ой, да мелкие заколебали. Ты кто? Че тебе надо? С одного удара убью. О, тут целая банда. Пошли вы нахер. Где мини-босс? Босяра. Их ты ж, мелкая тварь. Угу. Так, тут не подняться. В общем, эта локация что-то вроде лабиринта получается. Не, я не хочу к этим парням идти, что-то они меня прям напрягают. А я могу здесь? Да, здесь могу забраться. А я могу эту штуку двигать? Вижу, она на колесиках. А куда мне ее двигать-то? Только если вперед. Тут книги мешают. Эти книги не разбросать, ничего. А зачем тогда мне эта возможность вообще сюда забираться? Непонятно пока. Надо бы как-то вернуться назад. Я не могу вернуться назад, прикинь. Все, я не могу вернуться назад, блин. Я здесь застрял, короче. Пойдем этих парней бить тогда. Че они там собрались? Че они там... Так, а где эти парни? Я уже заблудился, все. Где эти... Вот. Их тут четверо. Но еще, наверное, мелкие появятся. Чего вы здесь стоите, я не понял. Тихо! Что там делает? Что ты там делаешь? Что такое вообще? Фу, что такое? Его голова горит, смотри, на голове свеча. А он покрепче будет, смотри-ка. Что это? Воск. А зачем я должен обмакнуть голову в воск? Ну давай обмакну. Не знаю зачем, но окей. Весело. Теперь, наверное, надо как-то поджечь. Чтобы у меня тоже голова горела, как у этого чувака. Не, ну... Тихо. У меня жизнь тратится? Нет, все нормально с жизнями. Так, смотри, вон там блестяшка. Не понял. А, вот. Титанитовая чешуя. Ну-ка, может теперь я смогу вернуться назад, нет? Нет, не могу. Не могу. Печально. Не, ну конечно мы можем вернуться назад, если прям сильно так надо. Мы можем использовать кость возвращения и вернуться к костру. Чё-то мне вот это вообще не нравится. Смотри, как темно. Смог какой-то здесь. Я не буду задыхаться здесь. Вроде пока все нормально. Вот там я вижу черепашку. Но скорее всего это какая-то замануха. Ой-ой-ой, тут две черепашки, ё-моё.
Сейчас к одной побегу, вторая убежит. Блин, нифига втопила тварь. А? Что это такое? Ну, черепашка важнее. Что это? Так, вторая уже смоталась, да? Вторая смоталась. А нет, вот она, вот она. Давай, давай, давай. Мерцающий титанит, отлично. А сколько у меня этих мерцающих титанитов? Я, по-моему, их до хера же собрал. Давай посмотрим. Так, не там смотрю. Вот. Уже 13 штук. Я думаю, мне этого хватит, чтобы прокачать меч. Ну, мерцающим титанитом я ведь больше ничего не прокачаю, кроме эритильского меча и эритильской сабли. Ой, не сабли, а... Да что вы такое, твою мать? Они просто пугают, это что это? Они ведь, смотри, ничего мне не делают. Они просто пугают, это как типа скример, что ли? Да идите вы нафиг, грёбаные руки. Кто здесь? Кто здесь шага... О, смотри, опять там черепашка. Этот уже с двух ударов убивается. Не надо. Так, черепашка. Главное сейчас черепашка. Отлично. Мерцающий титанит. Что такое? Кто? Где? Откуда? Зачем? О, блестяшка. Обломок титанита. А кто мне делся воск? Что с воском-то? Это что, маг вернулся, что ли, что? Нихера там. А, нет, это этот. Тихо, 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 тихо. Что-то руки стали меня бить. Да ё-моё, все, меня уже тут, короче, атаковали во всем. Нихера эти карапузы тут дамажат. Все. 291 тысяча душ. И идти сюда, ох, как далеко. Не, а что у меня руки-то стали дамажить, я не понял. Они же меня не трогали. Теперь трогают. Может быть, из-за того, что у меня воск кончился на голове? Может быть, воск меня... Наверное, да. Воск, скорее всего, из-за воска меня эти руки принимают за своего. И поэтому они меня не трогают. Сейчас опять этого босса гасить, да? Да. Только в этот раз мы попробуем его реально прикончить. Тихо, прекращай. Ну-ка, прекращай, сказал. Все, он исчез и больше не появится. Ну, он появится только там... Так, вот так вот можно забраться и взять блестяшку. И там вот блестяшка есть. Ну, мы пойдем сюда. Блин, сейчас главное взять как-то свои эти души вернуть. Сейчас, если руки появятся, они меня будут дамажить, потому что у меня голова не в воске. Где этот гребаный маг? Я его слышу, но не вижу. Наверное, он где-то вот там вот, на балконе. Блин, сколько блестяшек! Оу! Так, мелкий карапуз. Куда побежал? К другу своему, что ли? Их ждут несколько. Да, еще один должен появиться. Обломок. Ох, сейчас главное не сдохнуть. Ох, сейчас главное не сдохнуть. Блин, сейчас главное вообще понять, куда идти, чтобы попасть к своим душам. Смотри, опять там блестяшка. Так, что-то я не понял. Где мои души? Отстань. Отстань. Пойдем сюда. Нет, это я круг наверну, блин.
Идем сюда. Сюда нет. Не понял, здесь что, локация, что ли, трансформируется, как-то меняется? Что-то поменялось ведь? Как-то по-другому стало? Не понял. Слушай, реально или что? А, нет, все нормально, блин. Я уже запаниковал, я подумал, что после каждой смерти здесь локация меняется. Да, вперед меня ударило, сволочь. А почему ты теперь убиваешься с двух ударов-то, блин? Убивался же с одного удара, тварь. Так, сейчас быстренько гасим этих ребят. Так. Тихо! Как он так быстрее меня успевает-то? Ой-ой-ой, напулял. Тихо! Сейчас обязательно макнем голову в воск. Чтоб нас не трогали эти руки. И бежим, прямо несемся. К душам. Надо сюда. Потом, наверное, и... Нет, да? Не сюда? Нет, не сюда. Нам вот сюда. Сейчас главное вернуть свои души. Теперь надо забраться по лестнице, да? Да, все, нашел свои души. Самое главное. Оу! Отстань, тварь. Ой, сейчас, лишь бы не сдохнуть! Твою мать, надо посмотреть. Все нормально. Я знаю, где мои души теперь. Фу, блин. В общем, знаешь что? Не тормозим сейчас, идем в храм огня. Берем души и идем в храм огня, потому что, блин, ну его нафиг. Неохота рисковать своими душами. Сейчас еще тут маг появится, тварь. Ну вот. Сейчас лишь бы он меня не убил. Ну давай, исчезай, тварь. Вот, исчез. Все, теперь ищем души. Души где-то у меня, где-то. Нет, не здесь, что ли? А где? Не понял. Нет, подожди, я так... Не, подожди, я так не играю. Нет. Неужели меня наверху остались? Слышь, у меня души наверху остались. Я думал, что они вниз приземлились, но нет. Ай, ты тварь! Только убей меня, ага. Так, пьем, ну его. Ну его нафиг. Не будем экономить сейчас. Не надо. Все, есть. И последний. Он сейчас... О, не успел. Ах, ты ж тварь. Они вроде такие медленные, но бьют быстрее меня, блин. Как так? Надо же такое придумать, а. Так, идем. Вроде я все блестяшки взял. Ладно, долго не задерживаемся, потому что у нас воск кончается. Теперь идем сюда. Здесь кувырок. Теперь надо найти лестницу. Вот она. Да, они здесь. Фу, нашлись мои родные. Теперь назад. Назад. Валим назад. Да ё-моё. Ух ты ж, смотри, хитрец, а какой. Да ладно, блин. Карапуз сраный. А, смотри, здесь тоже можно махнуть. Воу. В общем, надо использовать кость возвращения, все. Если я, конечно, не подохну сейчас, блин. Блин, сложная локация. Но это, скорее всего, из-за душа нас сложная, потому что...
Нет! Вали, вали. Фу, блин. А мог ведь сейчас подохнуть, прикинь. Нет, не в эту сторону, мне сюда. Прям сюда. Так, парень. Валим, валим, валим. Готов. Смотри, ничего ведь не дают. Ничего не дают. Жадные, жадные. А кто это вообще такие? Библиотекари, что ли? Так. Теперь, вот сюда, вот. Да ё-мо, ты... Тихо. Бешеная тварь. Фу ты, блин. Ай-яй-яй. Так, души. Главное души. Да ёлки-палки, грёбаный маг. Так. Воск у меня на голове еще есть. Опа. Все, ну нахер, валим отсюда. А, у меня кости-то нет. О, а это что такое? Что такое? Ну-ка. Так, что-то там я сделал. Сейчас надо, короче, куда-то спрятаться от этого мага. Зайти в меню. Ах ты ж тварь. Зайти в меню. Достать кость возвращения, и все будет замечательно. Все, вот здесь вот я в безопасности, да? Все. Так, поехали. Храм. Фу, блин. Меня хранительница огня-то узнает, нет? Добро пожаловать домой. Все нормально. Чего ты желаешь? Ага. А чего я желаю? Погоди-ка, давай-ка сначала мы сходим к кузнецу. А, какая отрадно видеть, что я могу. Ага. Не могу. А что надо-то? Кусок титанита? А, то есть нет, я не могу мерцающим, мерцающим титанитом прокачать свой меч. Мне нужен кусок титанита теперь. Кусок титанита. Хера себе. Ему нужен прям кусок. Окей. Ну ладно, может быть щит прокачаем. Вот это вот. Устойчивость улучшим. Мерцающий титанит для этого нужен. А у меня как раз есть мерцающий титанит. Вот. Чё? Блин. А вдруг я найду какой-нибудь более крутой меч? Ой, меч, говорю, щит. И... ему понадобится мерцающий титанит. Вот куда надо использовать титанитовую чешую. Вот, на этот щит. Сразу 59 будет устойчивость. 67, 56, 83, 53. Нет, этот щит послабее будет.
Не знаю, блин. Эти щиты мне не подходят, мне нужны легкие щиты. Рыцарский щит. А, пошло оно все нафиг, короче. Давай, вот так вот, замечательно. Все, нужен кусок титанита, короче. Мы по максимуму прокачали, пока. Щит и... А у меня есть? Нет, у меня нет. Да вроде я ничего такого и не подбирал, ага. Ну и все. Осторожно там. Пойдем-ка посмотрим, может быть у бабки что-нибудь появилось новое. Купить предмет. Мне интересны доспехи. Вот, смотри, новые доспехи появились. Танцовщицы, доспехи танцовщицы. Это что такое? Поножи Смоуга. Ой, нет, это для какого-то танка. Точно мне не подходит никак. Ну и... Доспех Морна. Выглядит симпатично. Блин, хочу себе эти доспехи. 8000 стоит. Но опять же... Шлем Морна. 17, 14, 17. Жалко, что нельзя сравнить, да? Или можно? Ну-ка, подожди. Давай посмотрим, может быть, есть кнопка сравнить? Показать информацию, переключить, сменить категорию, справка. Пояснение? Нет. Сравнить нету. Переключить. Не-а. Ну и ладно. Ну что мы будем качать? Силушку, наверное, и ловкушку. Добро. Очень хорошо. Тогда прикосни. Сколько я могу? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. На пять пунктов. Я думал, на четыре максимум, а тут на пять пунктов. Или жизни. Смотри-ка, магии хорошо защищать начинает. Блин, так-то заманчиво на самом деле. Все пустить на жизненную силу. Но я хочу бить сильнее, понимаешь? Вот прям хочу сильно-сильно бить. На два пункта здесь. На один пункт здесь. А оставшиеся сюда. Вот так вот. Все. Вот теперь у меня душа спокойна. Теперь можно спокойно идти. И наказывать этих ребят. Мне, если честно, эта локация не очень нравится. Она какая-то темная, какая-то лабиринтовая. Ну, в общем, она какая-то скучная, что ли. Вот чисто визуально пока. Я не знаю, как там с архитектурой. Ну, то есть, может быть, сама локация будет интересная в плане там хождения, прохождения, везде залазения, вылазения. Но вот визуально мне эта локация не очень нравится. Так. В общем, эта тварь по-любому куда-то очень высоко телепортнулась, и там ее надо будет догнать и добить. Но сейчас я вообще расслабился, потому что, блин, все, мне нечего терять. Теперь я спокойно могу идти, всех гасить, все смотреть, не боясь, что я потеряю душу. Самое главное. Вот и все. Ой, не достал. Так, вот это, наверное, меня замедляет как-то, да? Ну, типа вот этот вот воск, который на меня попадает. Черепашек я здесь всех убил, которых видел, да? Ни одна черепашка же от меня не смогла убежать, правильно?
Так. Я же еще что-то там рычаг дернул. Чего я этим добился, я так и не понял. Но я что-то сделал. Вот что конкретно, я, конечно, не понимаю. Скорее всего, где-нибудь какой-нибудь проход открыл. Это самое очевидное, что я мог придумать. Так, здесь нечего делать. Вот, все, маг. Маг разбанился. Тут вот можно выйти куда-то на улицу вообще. Тут еще и блестяшки. Кость возвращения, это замечательно. Ой, смотри, а вот туда вот не попасть. Эй, маг гребаный, ты где вообще? Откуда херачишь-то, блин? А, смотри, лестница, лестница. Лишь бы сейчас меня в маг не это самое, не попал. А вот и ты, родимый, да? Так, ой, нихера у него там. Ой, так у него тут полно помощников еще. Ну сдохни, сдохни, тварь. Все. Надеюсь, больше эта тварь не появится. Надеюсь, эта тварь одноразовая. Свиток кристаллов. Да, эта тварь, скорее всего, одноразовая. Ну все, ребятки, нет у вас хозяина здесь. Ты че, твою мать! 31 тысяч душ? Это что, мне с мага столько много душ выпало? Все, он больше не появится. Да, отлично. Одной головной боли меньше. А то эти магические дождики меня достали. Блин, раньше ударил. Ну давай, разок. Отлично. А если два раза макну? Может быть, у меня жирнее, ну в смысле больше станет этого воска. Но визуально ничего не поменялось. А я же вот здесь ничего не смотрел, да? Что-то пробегал я здесь все мимо. Ой, там рыцарь. Причем красноглазый. Так. Вот это вот что такое? Ой, да здрасте, здрасте, тварь, тварь. Вот это что такое? Что за плита? Опа. А, ну это обычный сундук. Кусок титанита. Вот и кусок титанита, кстати. Вот и кусок титанита. Теперь мы можем прокачать свой меч. Отлично. Угу. Ничего. Может быть, можно вот эту штуку двинуть? Нет? О, книги. Книги. Что, их разбросать можно, нет? Не, ну вот эта штука для чего? Ты, ведь она здесь есть? Может быть, это вот такой же этот спустился просто вниз. Я вот там же рычаг дернул где-то вот там вот. Скорее всего, вот здесь открылся проход. Здесь было закрыто? Понятно. Скорее всего, это так. А как нам попасть к этому рыцарю? Очень просто. Но будет сложновато с ним здесь разбираться. Пойдем-ка. Пойдем. Пойдем в открытую местность. Пойдем.
Здесь я с тобой не хочу. Вот. Вот здесь вот хорошо будет. Давай. Раз. Тихо. Блин, нос разбил. Да ты заколебал, слышь? Все, валим. Тварь. Не дает пристроиться. О, наконец-то. Все, давай что-нибудь. Большой осколок. И я теперь немножко потерялся. Где он был-то? Не здесь. Вот. Он отсюда пришел. И что же он тут охранял, интересно? О! Обломок титанита. Это место мы знаем. А это что такое? Тут пол не провалится, нет? Так, кристаллический колокольчик какой-то. Нахер он мне нужен? Кристаллический колокольчик. Давай-ка посмотрим. Это, наверное, какое-нибудь оружие? Нет? А что это тогда такое? А, это что-то связанное с магией, да? Ясно. Это, короче, не для меня. Ну-ка, фантомная? Нет. Нет. Никаких тайников, ничего нет, да? Ну и все. Дерьмо какое-то взяли. Для мага, как обычно. Идти в этот, что ли, в храм огня, прокачать меч. Так, сейчас что мы делаем? Там ничего не... Ой! У меня голова кончилась. Блин, надо это срочно макнуть голову. Ладно, мы вон там это сделаем. Сейчас главное не попасться рукам. Как говорится, не пойти по рукам. Так. Карапузики. Тихо. Руки тихо. Я с вами, если что. Все. Кто там поет? Что-то там... Кто-то поет. Тут ничего интересного нет. Блин, вот так вот здесь пропустишь какой-нибудь рычаг. Тут темно вот. И не все видно. Так можно просрать какой-нибудь рычаг, например. И будет очень печально. Слушай, а может быть мой факел плавит этот воск на голове, нет? Ну, куда еще здесь можно пойти? Ну, наверх можно пойти. Ну, я бы хотел вот здесь все. Ну, или нет. Или да. Или... Ну ладно, давай здесь все сначала посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да что ты? Так, души же у меня там, ё-моё, у меня же там души. Чё-то я вообще про души-то свои забыл. Чё, карапузы? А, это не карапузы, это падлы, падлы. Точно, я вспомнил, это падлы. Я же их падлами называю. Ну ты прям... Уляет так. Ой, а, фигня. Мне показался там, что рыцарь с большим мечом. Так, что это у меня такое? Ну-ка. Ай, тварь там жива. Еще и руки вылезли.
А, я не могу бегать. Все. А, все, могу. Фу, там еще один. Ладно, подожди, подожди, там еще один. Схожу-ка сюда. Что здесь вот такое лежит? Топор раба. Ты никакой ты не раб, ты падла, блин. Сейчас у меня воск кончится, будет вообще весело. А ну-ка, бэкстептив можно делать? Так, здесь слишком много рук. И тут я видел блестяшку. Надо быстрее ее взять и свалить. Не твоя чешуя. Ну кто вот воет, а? Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, здравствуйте. Это опять этот, что ли? Рыцарь Иритильский? Ох ты ж твою мать. Вообще не готов принимать такой бой. Но, видимо, придется. Так, лестница какая-то. Спуститься. Нет, спускаться я не хочу. Но хотя, знаешь, надо бы спуститься, посмотреть вообще, что это за место. А вдруг это какой-нибудь классный срез? Нет. Это какое-то совершенно новое место. Так, у меня кончился воск. Сейчас меня цапнут. Давай-ка посмотрим, все-таки может быть это... Нет, это не срез, слушай. Вообще ни разу не срез. Тварь. Куда я вообще попал? О! О! Слушай, я знаю, что это такое. А что не работает? Это тот самый лифт. Да? Который сейчас прямо меня к костру приведет. Нет? Я обломался, да? Тихо. Все-таки это срез. Очень классный, замечательный, потрясающий срез. Вот теперь я могу идти и принимать бой с этим рыцарем. Иритильским. Ну, если это таковой рыцарь. Но мне показалось, что это именно тот чувак, у которого иритильский меч. Или там иритильская шпага. А у этого, наверное, не знаю, там иритильский топор будет. Нет, это не тот лифт, который был около костра, короче. Это какой-то... Подожди. Куда я пошел-то? Так, здесь все посмотрим. О, видишь? Еще проход есть. Тут. Ладно, все, идем к рыцарю. Деремся сначала с рыцарем. Потом уже... Вон того тоже надо прикончить. Но это потом. Сейчас мы поднимаемся по лестнице. Че, мы уже, наверное, где-то час играем, да? Ой, смотри, там ништяк. Тихо. Блин, лишь бы ему здесь руки не помогали. Если ему здесь еще руки будут помогать, это будет вообще просто невесело. Ой. Так, блок мне не помогает здесь особо. Так, ему помогают. Ему здесь руки помогают. Нашинковал, сволочь. Нашинковал. Я могу выйти из его... Нет. Блин, бить его же мечом, наверное, не очень целесообразно. Его, наверное... Обморожение у меня. Мешко бешеный. Похлеще любого босса будет. Ой. У меня сейчас проклятие будет. Это какое проклятие? Я просто сдох. Жесть. Можно, конечно, против него попробовать эти огненные бомбы. Он же морозит, а значит против холода что работает? Огонь.
Можно, можно поэкспериментировать. Так, куда идем? Сюда. Идем сюда. Потом сюда. Здесь будут два чудика. Две падлы. Первая падла, где вторая? Теперь вызываем лифт. Слушай, а мы можем его заманить в шахту лифта, нет? Блин, это будет долгий путь. Я про рыцаря имею в виду. Он же если сюда провалится, он же сдохнет. А, нет, мы его не сможем сюда заманить. Но если только вот так вот встать, а потом, когда он будет прыгать на нас, увернуться, и он туда улетит. Но это будет очень сложно. Во-первых, его надо сюда заманить. В такую даль. Это надо заставить, чтобы он спрыгнул вниз. Нет, не получится, нет. Блин, ему еще руки помогают. Вот это вот, конечно, немножко печально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, проклятия не надо мне, никакого проклятия. Идите нахер. Блин. Эта тварь хорошо защищает там. Может быть, с этой стороны попробовать? Успею, нет? Успел. Ё-моё, прокляли, меня так прокляли. Теперь надо ждать, когда у меня проклятие кончится. Или чё? Ну, в принципе, можно насрать на это. Так. Давай-ка попробуем. Чуть пожирнее кинем. Черную. Мне кажется, это мощнее, чем обычная. Да блин, давай уже нацелься на него. Ой, так это херня! Ха-ха-ха, все. Просто тык-тык-тык и все. А там, смотри, проход какой-то есть. У меня что, вообще нет шансов, да, завалить его? Блин. Я же его не завалю ни хрена. Какой-то он сложный. Босса ввалю, а его не могу завалить, прикинь. Ну и пошел ты, не хочется мне драться, не ерись. Так, сейчас главное душу вернуть. Тихо. О, как близко к нему. Может быть, просто мимо пробежать все? Можно ему сначала хорошенько втащить. Да ё-моё. О, как он быстро сокращает дистанцию. Я даже не успеваю набрать. Видишь, я не могу набрать... выносливость. Не дает он мне этого сделать просто. Ни эстус нормально попить, ничего не могу. Так, валим. Так, вот, сейчас наберем. Ой, еще и нарвался. Так, валить надо от него. Валить подальше. Подальше. Пьем. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Нихера не вижу.
Да ё-моё! Надо сейчас быстрее пить. Спей. Да как так-то? Черт, вот тварь, а. Осталось совсем чуть-чуть. Фу, сложный тварь, сложный. Еще место такое неудобное, еще камера, блин, иногда вот себя неадекватно ведет. И что, мы здесь застряли, что ли, с этим чуваком? Ну, сейчас мы его убьем и все на этом серию закончим, потому что, блин, что-то уже реально долго получается. Тихо, не надо мне никакого проклятия. Души прямо у него под жопой, смотри. Мы делаем то же самое. С разбегу наносим ему хороший удар. Теперь забираем души, главное души забрать. Да елки-палки, нет! Нет. Слишком сложно. Ну вот так вот и бывает, да, ты вот так вот гасишь боссов с третьего или там четвертого раза спокойно, а вот таких вот чуваков просто, проходящих мимо, будешь гасить там, не знаю, 10-20 раз. Двоих таких я смог уничтожить, ну потому что одного я уронил в шахту лифта. То есть я его победил мозгом. Второго я завалил, потому что там локация была удобная для поединка с ним. Там пространство было больше. Вот. А этого чувака я не могу завалить чисто из-за того, что пространство очень маленькое. Я не могу от него на большое расстояние отойти, чтобы успеть восполнить выносливость. Он за счет этого меня и гасит. Потому что я тупо не успеваю ни лечиться, ни восполнить себе выносливость. Так, блин. Еще ему немножко руки эти помогают. Потому что тоже есть вон руки. Смотри, все, первый удар за ним. Уворачивайся, ну. Ну вот. Только так его гасить, что ли? Да ё-моё! Только если так. Ну, если его реально вот так вот не бить. Ай, не достал короткий меч. Ах ты ж тварь! Тварь. Два удара отскок. Все, понял. Понял. Он бьет, я уворачиваюсь. Два удара. Отскок. Ладно, три. Он легкий. Просто нужна была правильная тактика и все. Валим. Он сейчас еще раз дыхнет. И удар. Да удар! Все. Раком аж стал. О, доспехи рыцаря легиона я взял. Может быть, это хорошие доспехи, а может быть и не очень. И что ты тут охранял, чувак? Что-то очень и очень важное, наверное, да? Это от него, что ли, звук идет? Поток душ. Это магия. 5 для мага. Блин, столько возни было, представляешь, вот столько я мучился, чтобы убить его, а оказывается его убивать вообще легко. Нужно было просто придумать правильную тактику.
Два удара, отскок. Два удара, отскок. Ну, три удара можно даже делать. Ну, не знаю. Давайте на этом мы эту серию закончим. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч!